Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. В данном видео покажу, как я штукатурю стену при помощи мини-штукатурной станции и текстурного пистолета. Вот купил текстурный пистолет, этот стоит 2400 или 2500. То есть я с помощью него также грунтую и штукатурю 8 мм диаметром. Сопла. Так, ну и давление мне надо ставить сюда. Так, давление буду ставить 4 бара. Так, станция сейчас накачана. Сейчас замешиваем шпаклевку. Так, шпаклевка у нас Brozex, финишка, аналог примерно Геркулеса. Стены прогрунтованы уже. Так, ну раствор вот такой вот консистенции, он оптимальный вариант, потому что я пробовал, если жидкий, он текет со стены, если раствор гуще, то он высыхает на стене. Стены у меня заштукатурены, где буду сейчас тянуть, там стены вообще кирпичные. Так, теперь выливаем раствор. Так, ну, у меня вот такая приспособа, чтобы удерживать. А вообще, как бы делают, ну, там, из канистры вырезают. У меня времени особо нет. Так, вот этот шрам, длина полностью вытянута 15 метров. Ну и вообще, так как я работаю один, показываю, как я вот в одного с помощью штукатурной станции буду штукатурить сейчас. Так, и что еще? Ну и потом покажу по времени, сколько у меня заняло при помощи штукатурные станции шпаклевать стену и сколько по времени заняло просто, ну, как обычно шпаклевать стену там шпателем. Так, а и компрессор я включать не буду, у меня сейчас воздух полностью набран, так как если он включится, просто ничего не будет слышно. Сейчас он у меня отключен, давление есть. Все, начинаем.
где-то 40-50. Насадка 4-миллиметровая. Сейчас я ее переставлю на 8-миллиметровую. Будет побыстрее. Насадка меняется. Просто. Так. Сейчас помою. Так, мы сейчас насадку поменяем на 8 мм. Сейчас будет побыстрее. Почему наношу вот такими небольшими катаками? Потому что, когда наносишь больше, не успеваешь протягивать раствор, потому что он высыхает быстрее, чем протягиваешь. Поэтому я наношу вот такими по 2-3 квадрата.
Ну вот, стенка нанесена. Так, ну а теперь расскажу о том, сколько по времени у меня заняло.